Мне очень часто говорят, что наше телевидение, да, вот мои друзья, вот я там как бы появилась на экране, оно иногда, создавая огромное количество ток-шоу, пытается людей от каких-то проблем, ну, просто оградить, чтобы они думали, в общем-то, о другом. Что-то приносит хорошее. Сейчас много очень фильмов появилось, какие-то, в общем-то, есть игры, есть какие-то интересные передачи. Но, наверное, было бы правильнее, это моя точка зрения, чтобы больше было... у нас же рейтинги на телевидении идут от скандалов. Мне кажется, люди от скандалов очень не стало. Больше доброты, больше так, как, ну, как в сказке, да, как должно быть. Да, там вот мы не скандали, чтобы добро в конце концов. Вот, ну, я, наверное, сама по себе такая сказочница, но и за то, что добро победило зло. И чтобы, наверное, люди устали от этого негатива, от всего, чтобы происходило на телевидении каких-то больше добрых, красивых передач, для того, чтобы люди как-то поменяли свою жизнь и настроили, чтобы у них не было вот этой безысходности. Я ничего не могу изменить. Можешь, потому что берешь свою силу дел. Потому что получилось этим. И показывать примеры людей, у которых все хорошо, не примеры, там скандалы, поделились, разругались, разделились. Мы там, причем сразу сенсация, кто-то разводится, кто-то детей, и мы это запускаем, знаменитые люди. И я понимаю, для этих людей трагедия, для кого-то новости, рейтинги. А люди хотят другого. Вообще каждый человек живет мечтой. Да? Вот пусть это будет мечта, какая-то сказка. Но в сказке мы каждый, когда придумываем, там же добро, у нас ни у кого нет, мы не хотим плохого конца, мы какую-то сказку красивую хотим. И вот, наверное, на телевидении мне бы хотелось, чтобы больше было вот таких вот позитивного, чем конфликтов и рейтинги на скандалах. Но это моя точка зрения.